Привет, привет! Сегодня вторая попытка покорить грот контрабандистов. Вчера вечером ходили, не дошли. Сегодня идем еще раз. Вот туда. Подъем проходит нормально. Немножко поднялись. Уже город видно. Вот с такой стороны. Но вверх дорога еще очень большая. Каменистая. Идем дальше. Всем привет! Продолжается включение с подъема на гору контрабандистов. Город все ниже и ниже, обзор все больше. Отсюда классно видно, прям весь город. Солнечный день очень. Дорога все выше и выше продолжается. Идем дальше. Море голубое. Прошли лазарет, до которого дошли вчера. В общем-то, мы вчера еще гораздо дальше ушли, но сегодня прошли лазарет и идем дальше. Но тут, конечно, крутая чаща вдоль побережья. Этот лес просто огромнейший. Пахнет очень свежо и насыщенно всякими разными растениями. Вчера было мошек много. Сегодня поменьше, но тоже есть. День очень солнечный, но так как здесь очень много деревьев, мы идем практически в тенечке. Что, в общем-то, и хорошо. Ну вот, что здесь стоит. Капо Ноли, Санта Маргарита, Капо Ноли. Там век гешперт, видишь? Да, тот век гешперт. Там должно плать. Пойдем, значит, вот туда. Ладно. Здесь вообще, конечно, вид крутой на город. На все побережье здесь, где мы отдыхаем, городок Ноли. Здесь его прям очень хорошо видно. Солнечный день. Полный пляж. Вот туристы. Видно, да? Всех. Идем в грот контрабандистов. Не перестаем наслаждаться крутым видом городка. Здесь вообще такой пейзаж классный. Камни. Камни. Городок. Супер классно. Ну все, мы, кажется, добрались до вчерашнего места, где были. Это заброшенная церковь. Сейчас посмотрим. Точно! Заброшенная церковь. И разрушенная. Так,
туристы. Разрушенная церковь действительно разрушенная. Стояла тут очень долгое время, наверное, тысячелетиями. Только во Вторую мировую войну, похоже, тут разбомбили. Вот этот кусок, на котором я сейчас стою, вот, вылетел из вот этого, из этой стены. А здесь и подавно все разрушено, стены. Мы дошли до развилки, где теперь ясно написано, куда идти, чтобы дойти до грота. Так. Вот написано. Грота дей Бриганти. 10 минут. Алис кля. Походу по дороге вон туда. Ну, тут крутая дорога. Нужно идти очень осторожно. Еще пока до грота не дошли, но здесь выход к морю. На скалах просто невероятный вид. Такого мы еще не видели. Вид крутой очень. Скалы, море. Обалдеть. Сейчас еще спустимся вниз. Юху! Наконец-то мы дошли до грота контрабандистов. По крутой дороге пришлось еще раз вниз спуститься. Вот. Ну вот в эту дырку надо залазить. Интересно, посмотрим. Надо сейчас. Сюда вниз пойти и потом опять... Выглядит все вот так вот. Осторожно, Альберт. Ну все-таки добрались мы до грота контрабандистов. В скале сделан такой проход. Здесь, по-моему, контрабандисты где-то складывали свое награбленное. Очень, очень живописное место. Там уже очень опасно вниз идти. Там уже нету заграждения. Видишь, там уже скала практически. Возвращаемся домой из грота. Обратная сторона церкви. Вот такая. Это Ноли. Там, можно сказать, Савона. А вот там, за моей спиной, наверное, Генуа. Ну все, всем пока.